этот год для аграриев был непростой. Работать пришлось в условиях санкционного давления. Сложности были с поставкой семян, удобрений и запчастей для сельскохозяйственной техники. Тем не менее, в регионе удалось нарастить объемы производства. Увеличились надои молока, производство мяса и яиц. Всего агропромышленный комплекс Владимирской области включает около 130 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности. Порядка 290 действующих крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Более 400 предприятий пищевой промышленности. В ВПК региона трудятся свыше 20 тысяч человек. И на торжественном мероприятии лучшие работники отрасли получили грамоты и благодарственные письма от первых лиц региона. Полки наших магазинов по-прежнему наполнены качественной продукцией. Цены, если и выросли, то зачастую потом и опустились вниз. И на самом деле наш регион достаточно уверенно в сфере агропромышленного производства развивается. Мы достаточно на хороших, скажем, местах в рейтинге Центрального федерального округа, но нужно ставить себе высокие, более амбициозные задачи. И для выполнения поставленных задач сейчас со стороны государства выделяются значительные средства. Так, фермеры, специализирующиеся на выращивании овощей, получили в этом году дополнительную субсидию. Также были выделены деньги на покупку дождевальных и оросительных машин и автолавок. Общая сумма поддержки сельхозпроизводства в этом году составила 860 миллионов рублей. Из них 100 миллионов пошло на поддержку малых предприятий.